Евразийский межправительственный совет пройдет в Москве в формате видеоконференции. Одна из основных тем – обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии. Главы правительств ЕАЭС планируют утвердить меры, предпринимаемые в рамках Союза пяти государств. Также участники рассмотрят подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли. Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации эпидемиологической ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек предоплаты $600. Представители отрасли просят переносить, а не отменять туры. Большое количество отказов может негативно повлиять на рынок. Чтобы стабилизировать ситуацию, Министерство спорта подготовило пакет мер, который уже направлен в правительство. В календаре католического мира Страстная Пятница. В этот день проходит крестный путь, который напоминает верующим о страданиях Иисуса Христа на пути к Голгофе. В воскресенье католики отметят Пасху. Прямую трансляцию праздничного богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске в субботу покажет телеканал «Беларусь-24». Начало в 21:45. Решение транслировать пасхальные службы по телевидению в прямом эфире специальным постановлением приняла конференция католических епископов Беларуси в связи со сложной эпидемией ситуации. Священнослужители обращаются ко всем верующим с просьбой провести этот вечер с семьей дома.